Всем здорово, ребят. Ну что, мы на нашем бездонатном аккаунте. Не знаю, пока что, либо вообще. В общем, пишите, пишите комменты, ребят. Мне интересно ваше мнение по поводу этого аккаунта. Многие хотят, чтобы мы его испортили. Многие хотят, чтобы мы играли без доната. Добивались всего своим путем. Здесь намного проще, скажем так, потому что я Android с собой не таскаю. Телефоны, а iPhone всегда на месте, можно зайти там что-то подфармить. То есть те, у кого телефон под рукой, понимают, о чем. Потому что таскать с собой планшет везде тоже невозможно, а телефончик есть, 5 минут есть, зашел, фарманул. Что по аккаунту? Что у нас интересного уже есть? У нас есть топовые герои, и вчера мы забрали с акции что мы вчера с вами с акции забрали? 100 кулаков. Вот так вот. Так, у нас есть шансы, но мы их все просрали. В общем, забрал я кулачки, и думаю, не зря. И я с ними сейчас просто распрощаюсь, ребятушки. Это будет эпичненько, я надеюсь. А вы поставьте лукасики, мы будем ставить таланты на этот аккаунт. Неизвестна его судьба дальнейшая, что с ним будет. Посмотрите, какие у нас уже есть герои. У нас даже есть Бугрома с Бегом Рылева. Так, давайте улучшим. Не, наоборот. А то еще сейчас еще потом обидится. Мы слили его именного персонажа. Так, ну вроде у меня все в одном экземпляре. Вроде как. Вроде как, да. А, вот, у нас есть вот столько ресурсов. 40 кгшек мы, по-моему, вытащили их где-то тоже. А, с парящего острова, кстати. Коллекционер героев. Ну, нам нечего нам, ребятушки, ролить. Обалденный просто, посмотрите. 3,5 часть облика первопроходца на землеройку за самоцветы. Это вообще обалденно. А что тут есть в наградах? О, нифига себе, посмотрите, какие плюшечки. Сладенькие. Сколько сундучков можно вытащить, купить. Нифига себе. Нифига себе. 100 сундуков пятых. Обалдеть, блин. У нас дают за самоцветы, а тут 40 шестых дают за 3500. Да ну нафиг, вы что, издеваетесь? Да здесь можно просто, это просто рай, ребята. Это просто рай. Я офигею. Честно говоря, я просто в шоке. Накопил себе, ну, 3000 самов, там, 3-4 дня накопил. И просто в кайфе потом. Блин, жесть. Полная жесть. Я просто в шоке от этого сервера. Кто играет на АЭС, пишите, какая у вас силушка. И будем с вами трешевать. Так. Окей, поехали. Я получил их на халяву, поэтому я их и солью на халяву. Точнее, не на халяву. Я сейчас сделаю просто топовое, ребятушки. Это будет топовая расстановочка. Ну, это не точно. 20 коробок. 20 коробок на бездонате. Ну, это, конечно, бессмысленная тема. Никогда у себя так не делайте. Только админ-панелька нужна для таких вещей. Поехали. Первый талантик. Просвещение. Ну, конечно же, оно пойдет у нас на тыковку. Сейчас выпадет исцеление, и мы просрем просвет. Все очень логично. Ремочка, ребята, ремка. Обалдеть. Просто обалдеть. Рус этого аккаунта. Блин. И вот дофига вариантов есть, знаете. Купидон мне надо Атланта качать. Купчик, конечно, это кайфовая тема. Наверное, все-таки надо подумать. Для подземочек, блин, мне кубчик зайдет. Афинка. Афинка на PvP локации только такая будет. Короче, я ставлю. Ну и Атлант надо. Вот до Атланта мы дойдем. Я ставлю на Купидона. В общем, кто так бы тоже сделал, влепили лайк. Поехали дальше. СУ, ну это можно сразу же вешать на допа. Для дополнительной силы. Каменка. Так, что у меня по героям на каменку есть? Таких танков у меня явно никого нету. Варианты поставлю сюда.
Поехали дальше. Чик. Да что это такое, рандомчик? Ты что, издеваешься с меня, что ли? У-у-у, тикание. Ну, это, конечно же, пойдет на черепа. Такс. Еще одна каменка. Блин. Ну, на Афинку бессмысленно ее ставить. Конечно же, паладинище хотелось бы склеить по максимуму. Но тут чисто допу ради силы. Пока кину я на Хрона. Пусть будет на нем. Вторая ремка, ребята, это просто аут какой-то. Что это творится? Что это за сервер? Что это такое? Вуаля, я уже не жалею, что я слил этих столько кулаков на коробке. Просто не жалею. Поехали. Просвещение. Ну, я думаю, на Анубиса. Чик, оживо. Отлично, оживо. Оживо тоже классная тема, только тоже ее некуда лепить. Кинем пока на Финку. Что за фигня? Что за фигня? Вот лепите просто по 3 лайка, я не знаю, что хотите, то и делайте. Еще одна ремка, обалдеть. Просто обалдеть. Купидон, это просто аккаунт, просто божественный аккаунт, ребят. Я даже не знаю, что тут говорить. Я не знаю, что делать с ним. Блин, я не знаю, но вот... Хрон, блин, я уже влепил. Анубис, Афина. Я, наверное, поставлю все-таки на Афину. Она будет у меня заряжать потом. Но Анубису бессмысленно ремка, только на по локации. Нам может еще одна упасть. О май гад! Это просто аут. Ну че? Это просто... имбовый сервер, я не знаю. Это просто пипец, ребят. Жесть. Жесть полная. Смотрите, что у меня делается с аккаунтом. Я говорил, что у меня упадет исцеление. Так, ну это явно мы поставим на Анубиса. А-а-а, сел телефон, ребята, сел телефон. Не хочет он. В общем, ждем второй части. Второй части. Короче, ребят, перегрелся телефон походу от этого трешечка. Я думаю, вам этот треш тоже понравился. Я надеюсь, он сейчас не сядет, и мы все-таки доролим эти коробки на этом бездонатном аккаунте. И, соответственно, жахнем этот рандомчик. Мы уже его, по сути, жахнули. Это АС-сервер. Это просто трэш полный. Полный трэш. Так, это мы хотели кому поставить? Кому мы хотели это поставить? Ну, давайте ему поставим. Поехали дальше. Осталось 7 коробок. 3 ремки. Просто пиздец, ребята. И у меня других слов нету. Четвертая ремка. Что вы на это скажете? Вот что вы на это хотите сказать? Да нифига вы на это не скажете. Купидон этот. Это просто аут какой-то. Ну, конечно же, на Хрона поставлю. Жесть. Это жесть полная. Поехали дальше. Самоуничтожение. Ну, вот это более что-то реальное. Так. Ракушка. Ну, окей. Ракушку можно тоже пристроить. Давай, детка. Детка, конфетка. Так, кого я там буду качать? С кого я буду получать? Княженцы. Наверное, все-таки ведьмочку качну. Ебой! Бог войны. Бог войны, бог войны. Ну, бог войны я поставлю сюда пока временно. Чик! Берсик. Берсик, блин, ну столько всего. Жестко, я не знаю. Это просто... это просто, ребят, нереально. Поставим сюда. Ну что, последняя наша коробочка. Я надеюсь, не ремка. Фух, не ремка, ребят. Наконец-то хоть что-то упало не то. Гнев. Ну, гнев я поставлю.
Кому? 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 Кому гнев? Поставим сюда. В общем, вот так вот, ребят. Просто нереальная прокачка аккаунта. И я, честно говоря, в шоке от того, что здесь есть и как оно получилось. 100к кулаков я слил. Ну, это просто обалденных 100к кулаков было слито. Такого вы, наверное, давно не видели. Я тоже такого давно не видел. Точнее, вообще у меня такого не было никогда на таких аккаунтах. В общем, пишите комменты. А мы поехали, жахнем еще два раза на удачу по 150. Ух, ух. Теперь хоть не скажут, что это админский аккаунт. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков с этого аккаунта. Всем удачи, всем пока.